Роскошный букет цветов, очаровательные питомцы и даже душистый мед. То, что людям обычно приносит радость и удовольствие, для аллергиков может стать сущим наказанием. Обсуждаем аллергию сегодня в нашем эфире. Это программа «Здоровье». Я Лиана Парчуева. Здравствуйте. Сегодня на наши вопросы отвечает заведующий отделением аллергологии Республиканской клинической больницы имени Вишневского Атаева Зухра Гаджикурбановна. Здравствуйте, спасибо, что вы сегодня с нами. Добрый вечер. Хочу напомнить, что мы работаем в прямом эфире. Номер в студии 69-44-72. Вы можете позвонить, задать волнующие вас вопросы. А пока первый вопрос вам задам я. Что же все-таки аллергия? Что она из себя представляет? Как она возникает? Аллергия – это те, к аллергическим заболеваниям относятся те заболевания, которые являются нетипичным ответом иммунной системы на воздействие различных чужеродных агентов, то есть аллергенов. Это заболевание, в общем-то, в последние годы стало самым распространенным. Даже считается, что на Земле каждый человек хотя бы однажды перенес какой-то вид аллергии. Считается по статистике, что 30% населения страдают аллергией. 30% – это какой возраст в основном подвержен аллергии? Это чаще, начиная с детского возраста и где-то до 60-70 лет. Угу. Аллергия – это больше приобретенное заболевание или есть наследственные факторы? Аллергия, конечно, имеет наследственный фактор тоже. К аллергическим заболеваниям передается предрасположенность к аллергии. Не само заболевание, а именно предрасположенность. Если из родителей страдает кто-то, один из родителей страдает аллергией, то вероятность заболеть аллергией где-то составляет 30%. И если болеют оба родителя, конечно, это вероятность возрастает до 60-70% заболеть аллергическим заболеванием. Ну вот родители аллергики, да, они знают, что у них есть такая реакция. Как-то можно сделать так, чтобы ребенку это заболевание не передалось? Вот сейчас же есть вакцины, там внутриутробно даже что-то колят. Ну, наверное, все зависит, конечно, от того заболевания, каким заболеванием страдают родители. Естественно, возможно соблюдать и бытовой режим, и режим питания, чтобы оградить своего ребенка от развития какой-то формы аллергического заболевания. Как аллергия проявляется? Первые симптомы? Как понять, что вот на этот продукт или на этих животных у тебя может развиться аллергия сильная? Ведь первый раз эта реакция, она бывает не такой ярко выраженной. Да. Первая реакция бывает, не бывает такой ярко выраженной. С каждой последующей реакцией заболевания, с каждым последующим контактом с аллергеном, симптомы аллергии, они увеличиваются, усиливаются, и частота этих обострений становится больше. Первыми признаками аллергии все зависит, конечно, от самого заболевания. Если, например, это крапивница, то она сопровождается уртикарными высыпаниями по всему телу. Уртикарная – это как крапивница, как укус крапивы по всему телу. Сопровождается отеками на различных участках тела, но чаще это бывают отеки на лице. Это отеки глаз, отеки губ, отеки ушей. Может быть грозное такое осложнение, как отек гортани. Если это симптомы аллергического ринита или конъюнктивита, это симптомы уже, они имеют более избирательный характер. То есть это проявляются эти симптомы. Значит, симптомы могут быть заложенность носа, затрудненное носовое дыхание, зуд в носу, в глазах, слезотечение, ринорея, чихание. Если это касается, например, инсектной аллергии, это ужаление насекомых, может развиваться эти же симптомы, которые я перечислила, но вплоть до развития анафилактического шока. Это все зависит от причины, которая вызывает аллергическое заболевание. Вы сказали, что симптомы такие, слезотечение, заложенность носа, они очень близки к простудным заболеваниям, да, такие симптомы? Да, очень как близки. Понять, вот как выявить сразу, что это именно аллергия, а не какое-то там ОРВИ, ОРЗ, и не допустить осложнения? Вы знаете, очень часто путают пациенты на самом деле аллергию с вирусным заболеванием.
Надо просто учитывать, что вирусное заболевание всегда сопровождается высокой температурой, лихорадкой, ломотой в теле, но заложенность, ринокомъюнктивальные симптомы, здесь тоже симптомы присутствуют. Но при аллергии здесь четкая связь с самим аллергеном. Воздействие аллергена вызывает эти симптомы. И аллергия в данном случае не сопровождается температурой. Чаще вот эти ринокомъюнктивальные симптомы могут носить сезонный характер. То есть могут начинаться весной, проявляться в летнее время и где-то завершаться в осенний период. И уже это должно насторожить и пациента, и, конечно, участкового терапевта. И задаться вопросом, что этот пациент должен обязательно обратиться к аллергологу. То есть, если симптомы простуды какие-то есть, но при этом нет температуры, скорее всего, это аллергия. И они носят долгий характер. Если не проводить, значит, лечение антигистаминными препаратами, конечно, эти симптомы сохраняются. Если вы проводите лечение антигистаминными препаратами, симптомы сразу, конечно, станут меньше. Но они тянутся обычно долго, могут тянуться месяцами. И это уже должно насторожить человека. Ну, сыпь, зуд, вот это вот слезотечение, это такие распространенные, да, типичные симптомы. Это типичные симптомы. А есть такие вот редкие, по которым не сразу можно понять, что это именно вот аллергическое проявление? Какие-то нетипичные симптомы, которые, может быть, редко проявляются? Да, есть такие симптомы тоже, конечно. Иногда аллергические дерматиты можно спутать с экземой, с псориазом. Есть такие осложнения аллергии, как, например, полинос – это сезонная лихорадка, сенная лихорадка. Она проявляется вот именно ринокомъюнктивальными синдромами, которые появляются именно в летний период, а может осложниться приступами бронхиальной астмы. Это уже серьезное осложнение полиноза. Для того, чтобы этого не было, обязательно этот пациент должен обратиться к аллергологу. Должна быть постановка аллергологических тестов, должен выявиться аллерген, и нужно проводить специфическую терапию. Пациент должен получать ACE-терапию, то есть аллерген-специфическую иммунотерапию, чтобы не было таких грозных осложнений, как бронхиальная астма. Но нетипичными синдромами могут быть такие проявления, как появление пузырей на теле. Это осложнение, грозное осложнение лекарственной аллергии. Лекарственная аллергия часто проявляется, чаще всего лекарственная аллергия проявляется на антибиотики, на жаропонижающие, на анальгетики, на НПВП, это нестероидные противовоспалительные препараты, ну, в народе их называют препаратами от суставов, на нитрофурановые препараты, это препараты, в основном, как действующие как уросептики, это можно назвать форазолидон, фурагин, фурацилин, на сульфаниламиды. К этой группе чаще всего относится бисептол, проявляется на бисептол. Лекарственная аллергия в данном случае может проявиться грозным осложнением. Это такие заболевания, как синдром Лаэлла и синдром Стивенсона-Джонсона. Это грозное осложнение лекарственной аллергии, которое дает летальный исход в 50-60% случаев. А как они проявляются? Эти заболевания по-другому еще называют токсическим эпидермальным некролизом или синдромом обожженной кожи. Само название говорит за себя. Здесь симптоматика такая, что на коже появляются боли, появляются пузыри по типу ожогов второй-третьей степени. И, конечно, своевременное начало лечения этого заболевания принесет успех. Но если затягивается, то летальный исход, процент летальности там высокий. О видах аллергии подробнее поговорим чуть позже. А сейчас давайте посмотрим небольшой рекламный ролик, который мы подготовили, небольшой сюжет, простите, который мы подготовили специально к нашему эфиру. Аллергия – это хроническое заболевание, вызванное нетипичным ответом иммунной системы на воздействие различных веществ, в норме не представляющих опасности для человека. Аллергеном, потенциально способным вызвать реакцию, может быть практически любая субстанция. Однако есть ряд наиболее распространенных аллергенов, такие как пыль, пыльца, некоторые продукты. Но есть и нераспространенные факторы типа холода и ультрафиолетовых лучей. Но чаще всего это разные белковые структуры – при повторном контакте с которыми наш организм распознает их как чужеродные и пытается вытолкнуть или уничтожить. Отсюда и реакция тела – отек, заложенность носа, покраснение и зуд на коже. К нам могут обращаться пациенты с такими заболеваниями и госпитализироваться в отделении с такими заболеваниями, как острая хроническая крапивница, бронхиальная астма, атопическая и смешанная форма,
все степени тяжести, обструктивные бронхиты, лекарственные аллергии, аллергические атопические дерматиты, с отеками квинки, аллергические риниты, риниты, полинозы. Частые пациенты у нас с анафилактическими шоками и также с грозными осложнениями аллергии. Это синдром Лаэлла и синдром Стивенсона-Джонсона. Выраженность симптомов и их разнообразие зависят от клинического типа аллергии, а также от тяжести течения болезни. Среди неспецифических симптомов любой аллергии выделяют слабость, раздражительность, перепады настроения, нарушение концентрации внимания, сна, головную боль и другие проявления со стороны центральной нервной системы. У детей ухудшается успеваемость в школе, они становятся капризными, вялыми, плаксивыми. При аллергическом конъюнктивите наблюдается отек и покраснение век обоих глаз, расширение сосудов конъюнктивы, слезотечение, зуд, помутнение зрения. Аллергологическая служба Дагестана представлена кабинетом аллерголога Республиканской консультативной поликлиники и отделением аллергологии на 50 коек. В задачи отделения входит диагностическая помощь и лечебно-профилактическая помощь. А в отделении проводится больным с полинозом аллерген-специфическая иммунотерапия. И эти пациенты находятся у нас на диспансерном учете. Важно помнить, что каждое последующее соприкосновение с аллергеном может вызвать более сильную реакцию, чем предыдущее, вплоть до анафилактического шока, который влияет на весь организм в целом. Анафилактический шок может произойти в течение 15 минут после приема аллергена, поэтому необходимо принимать срочные меры и обязательно вызвать скорую помощь. Часто люди, склонные к аллергии, носят с собой антигистаминные препараты. Лекарства, принимаемые по назначению врача, помогут снизить симптоматику и позволят избежать серьезных последствий для здоровья. Это программа «Здоровье». Мы сегодня обсуждаем аллергию, аллергические реакции. И на наши вопросы сегодня отвечает заведующая отделением аллергологии Республиканской клинической больницы имени Вишневского Атаева Зухра Гаджикурбановна. Напомню, что мы работаем в прямом эфире. Номер в студии 69-44-72. Звоните, задавайте волнующие вас вопросы. А мы до перерыва на сюжет обсуждали виды аллергии. Ну вот мы обсудили, что самые опасные – это лекарства. Аллергия, да? Какие еще виды аллергии распространенные часто встречаются? Очень часто встречаются пищевые аллергии. А причинами возникновения пищевой аллергии могут такие продукты, как молоко, орехи, арахис, морепродукты, шоколад, мед, их очень много, экзотические фрукты. А чаще всего пищевая аллергия проявляется крапивницей с ангиоотеками. Ну, конечно, этим пациентам для того, чтобы избежать таких проявлений, обязательно нужно соблюдать диету. Строго должна быть гипоаллергенная диета. Так, аллергия может еще развиваться и на бытовые аллергены, на шерсть, на пух, на перо. Аллергия может развиваться на пыльцу растений, очень часто развивается на пыльцу растений. Кстати, вот аллергия в Центральной России отличается от аллергии, которая на Северном Кавказе, там больше аллергия на деревья, и называют его деревянный полинос. А в нашем регионе, на Северном Кавказе, это цветение сорных трав очень часто. Это амброзия, полынь, лебеда очень часто. Так, вообще у нас же очень много таких трав, растений. Очень много, да. И у нас, в общем-то, ветреный, можно сказать, регион. И идет опыление такое, распространение. И, конечно, воздействие на слизистую глаз, носа, ротовой полости, бронхов вызывает и все эти симптомы. Ну, то есть в данном случае изолировать аллерген не получается? Очень сложно, никак, не получается. Можно рекомендовать выезжать в другие регионы на этот период, но этот период тянется очень долго, и в общем-то, не так-то легко тоже это осуществить. Это проблематично. Это проблематично, да. Есть ли какие-то методы, способы, чтобы снизить симптоматику, чтобы это было хотя бы не опасно для жизни, для здоровья? Есть. Для этого необходимо проводить, вот я об этом говорила, аситотерапию. То есть вообще проводится лечение полиноза. Симптоматическое – это в период цветения для того, чтобы снять симптомы, чтобы человек себя чувствовал комфортно на этот период.
период обострения. И специфическая терапия, то есть аллерген-специфическая иммунотерапия. Это введение, выявление аллергенов путем постановки скарификационных тестов, выявление положительных аллергенов, то есть виновных аллергенов, и в дальнейшем вводятся эти аллергены. Начинаем мы проводить лечение зимой до начала цветения. То есть это как вакцинация? Это как вакцинация, своего рода как вакцинация. Проводить Давайте лечение мы надо продолжим проводить. Продолжим обсуждение после звонка. У нас есть звонок в студию. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Алло. Да, здравствуйте, говорите. Я Коваленко. Слушаем вас. Какой у вас вопрос? Кажется, звонок сорвался. Вот мне звукорежиссер сообщает, что звонивший говорил о том, что вот он как поест, у него начинаются слезотечения, нос закладывается. То есть, получается, он ест что-то, что вызывает у него аллергию. У него, возможно, имеется параллельно, у него, видимо, и пищевая аллергия, и аллергия, и параллельно идет перекрестная аллергия, полинос. Но ему обязательно нужно обратиться к аллергологу для постановки скарификационных тестов и выявления аллергена. Консультация аллерголога здесь обязательно. Выявить, на что же да, все-таки да, у него да. реакция, он должен обратиться, взять направление и обратиться в нашу консультативную поликлинику, которая находится в Центрально-Республиканской клинической больнице. И, наверное, надо временно изменить какие-то пищевые привычки, да, чтобы не было осложнений дальнейших. Да, конечно. Это уже аллерголог рекомендует, все эти рекомендации даст. До того, как принять звонок, мы говорили вот о мерах профилактики, снижения симптоматики. Вы сказали, что есть такая интересная методика, да, вроде как вакцинирование на аллергены. Да, как это происходит? Вновь я повторю, это аллерген-специфическая иммунотерапия. Это самый эффективный метод лечения, признанный во всем мире. У нас в стране он проводится с 1911 года. Он уже перешел 100-летний рубеж и имеет очень высокий эффект. Его необходимо проводить в течение 3 лет подряд. В идеале это 5 лет подряд. Наступает ремиссия на 7-8 лет. И в дальнейшем можно повторять эти курсы лечения. То есть 7-8 лет человек не испытывает проблем с аллергией. Да. А если запустить этот механизм и не обследоваться, не проводить лечение, это чревато осложнением, появлением приступа бронхиальной астмы. Тут может появиться атопическая бронхиальная астма, и, конечно, это нежелательно. А другим проявлением аллергии является инсектная аллергия. Очень часто встречается тоже это на укусы ос, пчел. Тоже серьезное такое заболевание. В некоторых случаях сопровождается развитием анафилактического шока. Это жизнеугрожающее осложнение, аллергия немедленного типа. Те люди, которые знают, что у них аллергия, инсектная аллергия существует, и, возможно, развитие такое, обязательно при себе должны всегда носить противошоковый набор. Это препараты стероидные, дексаметазон или преднизолон. И обязательно, конечно, шприц. И при укусе обязательно сразу надо вводить эти препараты внутримышечно и сразу обратиться в ближайшее медицинское учреждение. Ну, если говорить о типах аллергии, да, ну, пищевая аллергия, наверное, самая неприятная, потому что, ну, если ты там любишь, например, шоколад или что-то, совсем от этого отказываться не хочется. Вот меры профилактики, о которых вы говорили, они могут помочь человеку как бы есть шоколад и не вызывать такую бурную реакцию на этот продукт? Ну, к сожалению, нужно соблюдать обязательно диету, строгую гипоаллергенную диету. Самое главное в лечении аллергии – это элиминация аллергена, то есть устранение аллергена. Полностью. Да. Мы должны прекратить поступление аллергена в организм, чтобы не развивалась аллергическая реакция. Вы сказали, что аллергия по территориальным делится, да? Как-то в разных регионах может быть, могут быть разные типы. А по возрастам есть возраст, который наиболее подвержен аллергии? Пищевая аллергия больше подвержена дети. А вот полинозам, о котором я говорила, сезонам, они больше подвержены от 20 где-то до 50 лет, и проводится это лечение. Ну, астматики, конечно, там уже и начиная с детского возраста и до старости, в общем-то. Контактный дерматит точно так же, в общем, особо значения не имеет возрастная категория. Аллергический дерматит – это контактный дерматит.
Итак, это программа «Здоровье», и сегодня мы обсуждаем аллергию. На наши вопросы отвечает Атаева Зухра Гаджикурбановна, заведующая отделением аллергологии Республиканской клинической больницы имени Вишневского. Зухра Гаджикурбановна, до того, как прерваться на рекламу, мы говорили об осложнениях от аллергии. Вы сказали, что это может быть бронхиальная астма. Какие еще осложнения, на какие внутренние органы, может быть, может повлиять аллергия? Вот появление крапивницы, то есть высыпание по всему телу, могут сопровождаться отеками не просто мягких тканей или лица, но и отеками гортани. Вот и есть это грозное осложнение крапивницы. И те же высыпания, которые имеются на кожной поверхности, они появляются и на внутренних органах. Даже могут как быть это сказывается на здоровье человека? Это затрудненным глотанием, затрудненным дыханием. Иногда появляются боли в области живота, которые иногда носят спастический характер, сильными болями. А даже приходится консультировать у хирурга с подозрением на острый живот. Такие случаи тоже бывают. Такое осложнение очень часто появляется при НАО. Это наследственный ангионевротический отек, который сопровождается может сопровождаться сильными болями в животе. Проявление... Секундочку, у нас есть звонок в студию. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте, говорите, мы слушаем ваш вопрос. Спасибо. 4,5 года назад у меня первый раз началась аллергия. И началось у меня то, что есть такая вещь, вот вам я дано бороду красную, и вот от него началось. И она дает такую реакцию, слезятся глаза, дыхание затрудняется, хриплое дыхание. На что у вас реакция? Еще раз скажите, пожалуйста. Звук телевизора убавьте, пожалуйста. Реакцию сейчас дает на холод, на ветер. Просто вот... На холод. Да, мы вроде бы как на разговорах говорили. Тут ветер думает, даже где-то на холоде, у меня кондиционер не включает, все вот так. Понятно, спасибо, понятен ваш вопрос. У человека реакция на холод, что даже летом в жару не может включить кондиционер. Вот такая вот необычная аллергия, да? Как с ней справляться? Есть возможность с ней справиться? Ну, в общем, с такой аллергией немножко сложно справляться. Единственное, что он может принимать, во-первых, он должен избегать контакта с холодом. Это основное. И принимать антигистаминные препараты. А если при холодовой аллергии часто бывает высыпания могут появляться, но там уже будет необходимо назначение системных стероидов, таких как дексаметазон, преднизолон. Но это курсами лечения проводится. Не постоянно, а на какой-то определенный срок. Ну, то есть вот такой курс лечения проведенный, он может помочь человеку, например, пережить зиму? То есть он же не может зимой совсем не выходить на улицу? Да, он должен открытые участки, чтобы меньше были открытых участков, меньше было. А такого лечения, чтобы он прошел какой-то курс лечения, и потом полностью он избавился от холодовой аллергии, а практически такого метода лечения, в общем-то, пока не существует. То есть это один из таких самых сложных видов аллергии, можно сказать, да? Есть еще аллергии не только на холод, но и на ультрафиолет, на солнце, да? Как тоже она избегать, себя проявляет? Фотодерматозы, да. А здесь тоже нужно избегать контакта с воздействием прямых солнечных лучей. А нельзя выходить на это, под солнце. Но надо себя беречь, другого варианта там нет. Там могут появляться дерматиты атопические, аллергические. Фиксированные дерматиты, они остаются долго на вот период, на солнечный период. У нас еще один звонок в студию. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Здравствуйте, мы вас слушаем. А можно, да? Да, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Так, у меня в последнее время начал под кожей кусаться, горит ноги, не знаю, чего делать. Это аллергия или не аллергия? Кроме того, что горят ноги, еще какие симптомы?
Симптомы у меня, короче говоря, на пояснице остеохондроз, больше ничего нет. Головные боли и сердечные боли. Угу. А ноги, у ног есть какие-то симптомы? Вот горят, может быть зуд, может быть еще что-то. Есть какие-то еще симптомы? Я УЗИ делаю, и МРТ делаю, там все чисто говорит. Они сказали мне, что подкожные чего-то тут находится. Я ночью не могу спать, да вообще горит, кусается, как мухи. То есть зуд тоже есть, да, я так понимаю? Нет зуба, ничего, давления нету, сахара нету, ничего нету. Зуд, чешутся ноги? А? Ноги чешутся, зуд есть? Нет. Все, поняла. Спасибо вам большое. Поняла ваш вопрос. Ну вот горят ноги, как будто что-то кусает. Это не аллергия. Аллергия проявляется всегда, сопровождается зудом. Угу. То есть один из основных симптомов – это обязательно зуд. Обязательно это какая-то сыпь, может быть, да. А ведь бывают аллергические реакции, когда, например, отек появляется сильный, но не сопровождается зудом. Это тоже аллергическая реакция? Отек может не сопровождаться зудом. Высыпание сопровождается зудом. Отек может не сопровождаться. Но отек – это и есть проявление аллергии. А отек – это и есть проявление, следующая стадия – крапивницы. Это проявление крапивницы. Угу. Отек гортани опасен. Если появляются отеки гортани, обязательно нужно обратиться к аллергологу. Обязательно. Получить курс лечения, провести. Если говорить о наследственной аллергии, да, если там у родителей, например, аллергия на цитрусы или на лекарства, или на что-то, есть вероятность, что у ребенка будет аллергия вот на те же факторы, на те же вещества, что и у родителей? Или там у него может развиться что-то совершенно другое? Ну, чаще всего, в общем-то, она и повторяется. Это предрасположенность к аллергии, она передается по наследству. Именно вот такими же симптомами она может проявляться и у детей. Какие есть современные методы лечения аллергии, вот наиболее эффективные, да, или традиционные, которые уже хорошо себя зарекомендовали и которые вот часто используются? Ну, помимо приема антигистаминных, да, есть какие-то такие вот методы, которые прям очень эффективно помогают? Ну, это традиционные методы терапии, разработаны они давно. Это назначение глюкокортикоидных препаратов, антигистаминных препаратов, проведение вот ОСИД, о котором я говорила, о той терапии, о которой я говорила, обязательно это самый эффективный метод лечения, обязательно. Ну и, конечно, самое основное всегда – это элиминация аллергена. Те пациенты, у которых имеется пищевая аллергия, они обязательно должны соблюдать диету. А те пациенты, у которых имеется лекарственная аллергия, была когда-то непереносимость к какому-то препарату. Эти препараты, не только этот препарат, вообще препараты этой группы уже принимать нельзя. Каждая последующая реакция лекарственной аллергии, она обычно бывает значительно сильнее, чем предыдущая. То есть организм постоянно сенсибилизируется, чувствительность повышается, и реакция следующая может быть сильнее. Спасибо. У нас еще один звонок в студию. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Алло. Да, мы вас слушаем. Да, еще раз добрый вечер, девочки. Вот сейчас, в данный момент, у меня сын лежит в больнице. Шестой день сегодня, в пятницу он в больнице, до этого еще один день дома болел. У него температура, не могут пить. У него аллергия на лекарства, аспирин, кетаро, вот такие вот. Короче, на это у него аллергия, ему нельзя. Он волдырями, волдыри такие становятся и душит его, если делать это, ну, аспирин или что-нибудь. Анализы все сдали, все чистые анализы. Рентген сделали, легкие чистые. Что мне с ним делать? Я не знаю, я уже с ума схожу уже, девочки. Спасибо вам за вопрос. Ну, во-первых, где он находится на лечении, вот она как-то не озвучила это. А я думаю, если он где-то в стационаре находится на лечении, получает какое-то лечение и симптоматика сохраняется, то надо попросить врача отправить, дать направление к аллергологу в республиканскую клиническую больницу. И там уже, как говорится, решить вопрос этот. То есть температура все-таки может быть, да, при аллергии? Это, наверное, какой-то запущенный случай? Это очень редко. В редчайших случаях. Угу.
Ну, вот, там, наверное... видимо, сопутствующая патология есть какая-то, но ему-то, в общем, эти назначения делают по какому-то основному заболеванию. Угу. Он получает жаропонижающие и дает реакцию. Температура связана с основным заболеванием. Угу. А если вот аллергия на лекарственные препараты, да, может быть так, что на одно жаропонижающее есть аллергия, да, а на какую-то другую группу, да, не может будет? Да, может быть, да. То есть... Угу. Еще один звонок в студию. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Здравствуйте. В первую очередь хочу сказать большое спасибо Зухра Гаджикурбановна. Я у вас часто лежала, практически у всех врачей, начиная с Рахоева, который уже на пенсии ушел. И только у вас я не лечилась, а у всех остальных, и всем благодарна. Хочу сказать, что у меня была аллергия на антибиотики, и в дальнейшем я часто у меня был отек квинки и анафилактический шок. Но в итоге оказалось, что это не анафилактический шок, а панические атаки. Вот это вот мы с вами не разобрались. Единственное, что вот... Я года 3-4 очень часто ложилась, неделю даже по 2 раза. Спасибо. А вопрос какой у вас? Вопрос у меня. Я хотела поблагодарить всех врачей. И хотела сказать, спасибо, что все-таки надо немножко разбираться, анафилактический шок отличать от панических атак. Угу. Спасибо вам большое. А если говорить вот о панических атаках, да, у них схожие симптомы? Да, схожие симптомы, но анафилактический шок сопровождается всегда падением давления, потерей сознания, затрудненным дыханием, и там давление снижается почти до нуля. При панических атаках этого не бывает. Угу. То есть, вероятнее всего, у звонившего все-таки есть какая-то реакция на лекарственные препараты. Видимо, есть какая-то реакция, да. Может, где-то стоит было быть внимательнее, стоит следить за тем, что употребляешь. Не обязательно, чтобы шок был. Угу. Может быть, анафилактоидная реакция. И может быть и паническая атака. Один раз может быть такое быть, и другой раз и паническая атака может быть. Угу. Поэтому все-таки осторожнее относитесь к лекарствам, да, которые случае, вы да, употребляете. Да. Если говорить вот о диагностике, да, о том, как правильно ставить диагноз, что нужно сделать пациенту, чтобы поставить правильный диагноз? Какие, может быть, анализы нужно сдать? Какие, может быть, на оборудование какую-то диагностику пройти? Для диагностики аллергических заболеваний пациент должен пройти общеклинические обследования. Это общий анализ крови, биохимические исследования, исследования кала на яйца глицина простейшие, исследования крови на иммуноглобулины, специфические и общие иммуноглобулин Е, ультразвуковое исследование печени, желчного пузыря, потому что здесь часто очень бывает, что причиной может быть желчный пузырь. Так, и проведение скарификационных тестов. Это постановка аллергических тестов. Она проводится в отделении. На предплечье наносится стерильным скарификатором насечки. Потом капается туда аллерген. Выявляются положительные. Если будут положительные аллергены, проводится терапия необходимая. Если говорить все-таки о лечении, это непрерывное какое-то лечение или курсами надо проходить его для того, чтобы снизить симптомы, вот минимизировать эти последствия? Ну, конечно, в период рецидива, то есть обострения, надо проводить терапию на весь период обострения. И по стандартам считается, что прием антигистаминных препаратов нужно проводить в течение месяца после последнего высыпания. Это говорит о том, что это все-таки сложное заболевание. Вот при тех заболеваниях, где проводится осит, то есть при полинозах, там проводится, значит, сезонное лечение в период обострения и внесезонное, то есть в зимний период, когда пациент получает, как вы говорите, вакцину, на самом деле он получает аллерген, виновный аллерген. При тех заболеваниях, которые возникли, при осложнениях, которые возникли при аллергии, то есть при бронхиальной астме, лечение проводится обязательно в период обострения.
Но там еще существует назначение. Это все зависит от степени тяжести бронхиальной астмы. Если это легкое течение, то на период обострения. Если это среднее, тяжелое и тяжелое, то пациенты должны принимать ингаляторы круглый год. Они должны быть на адреномиметиках, на стероидных ингаляторах. Но это уже индивидуальный подход к каждому пациенту. Встречается в практике такое, что у человека была аллергия на что-то, да, а потом со временем она прошла. Такое может быть, что вот организм как-то перестроился? Да, встречаются такие случаи, бывают, конечно, да. Какой вид аллергии легче всего вылечить, если можно так сказать? Ну, наверное, пищевую и сложно, и легче. Если пациент дисциплинированный и соблюдает, то легче от этого избавиться. А вот какой вид аллергии чаще вызывает такие тяжелые последствия? Каким пациентам нужно быть внимательнее, аккуратнее к себе? И вот, как вы уже ранее говорили, обязательно с собой иметь постоянно медикаменты? Это, наверное, пациенты все-таки с лекарственной аллергией, потому что в основном пациенты забывают, на что у них была аллергия. Если даже эта реакция была много лет назад, организм, есть иммунологическая такая память, когда организм запоминает, скажем так, своего врага и может дать реакцию, но пациент забыл об этом. И, как я уже говорила, каждая последующая реакция, она бывает тяжелее. Это в данном случае касается лекарственной аллергии. И также инсектная аллергия, когда укусы, ужаление насекомых, осп, пчел, шершней сопровождается. И зависит, конечно, от количества укусов. Иногда бывает, что пациент попадает там 20-30 укусов, если человек работает на пасеке. Это очень серьезная ситуация. У нас еще один звонок в студию. На сегодня, наверное, последний звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Добрый вечер, девочки. Добрый вечер. Вот вопрос такой про аллергенов. У меня болят суставы. Секундочку, телевизор тише сделайте, пожалуйста. У меня болят суставы, коленные и нижних конечностей, где щиколотка там. И когда я врачу ходила, на ногах появляются у меня пятна небольшие, не как крапивница, просто пятна. Но это видно, что аллергия. Это от еды не зависит, от пищи не зависит. Но иногда стараюсь я не выйти на солнце. Но не имеет значения, что я вышла, не вышла, и зимой тоже появляются. Хотела бы узнать, у кого суставы болят, бывает аллергия таковая? Спасибо за вопрос. Такой аллергии бывает? Добрый вечер, спасибо за вопрос. Да, вы знаете, такая аллергия может быть, но в данном случае, вот как вы объясняете, это может быть и другим заболеванием, узловатой эритемой. Но сказать по тем жалобам, которые вы сказали, сейчас точно поставить диагноз, конечно, невозможно. Вам нужно обязательно обратиться к ревматологу и к аллергологу. И сдать анализы. Да, конечно, и там уже да, обязательно. Наша передача подходит к концу. Ваши пожелания, ваши напутствия нашим телезрителям. Уважаемые телезрители, я хочу вам пожелать крепкого здоровья. Это самое бесценное, что есть у человека. Берегите себя от аллергии. Соблюдайте диету. Берегите себя от всех внешних факторов, которые могут у вас вызвать аллергию. Спасибо. Спасибо, что вы сегодня были с нами, отвечали на вопросы. Спасибо. Нашим телезрителям я хочу пожелать крепкого здоровья. Мы с вами встретимся ровно через неделю. Берегите себя и своих близких, и пусть болезни обходят вас стороной.